Продолжая без конца обвинять Москву в кризисе на Украине, Вашингтон не делает практически ничего, чтобы доказать свою собственную непричастность. Вот вопрос, который Гэйнэ Чичикян задала представителю Госдепартамента США на брифинге. Вместе с ответом она услышала... Киев дважды отправлял войска в Восточную Украину. И оба раза после визитов американских чиновников. Сначала Джона Бреннана, а затем вице-президента Джо Байдена. Это просто совпадение, или вице-президент Байден посоветовал Киеву пойти на этот шаг? Мне кажется, вы просто повторяете вчерашние абсурдные заявления господина Лаврова. Ну, как вы ответите? Давайте перейдем к следующему вопросу.